В городском округе Люберцы состоялись публичные слушания по проекту изменений в устав муниципального образования. Проект решения о внесении изменений в основной документ разработан с целью приведения устава в соответствии со 131-м федеральным законом об общих принципах организации местного самоуправления. В связи с внесенными изменениями в закон вопросы местного значения подлежат дополнению. Внесены изменения, связанные с досрочным прекращением полномочий главы муниципального образования и депутата. В первую очередь термин «гражданство иностранного государства» дополнен словом «подданство». Также основанием для досрочного прекращения полномочий стало наличие гражданства подданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации. Предложений и замечаний по проекту от жителей не поступило. Публичные слушания признаны состоявшимися.